Всем привет, дорогие друзья, с вами я тут. Сегодня мы продолжаем с вами играть в Zero City. И у нас появился подозрительный торговец. Здорово, готов отправиться в тайник корпорации, чтобы хорошенько разграбить его? Взгляни на план здания, позволь обрисовать ситуацию и что ждет тебя. Итак, потребуется раздобыть где-то резаки, чтобы вскрывать контейнеры в тайнике. Только аккуратно, не повредит ценное содержимое. Давайте-ка зайдем сюда. Ага, на дне некоторых контейнерах ты можешь найти пароль для вызова технической бригады. Мои парни быстро проломают стену в следующую комнату тайника, где будет ждать следующая порция контейнеров. И так по кругу. Так, задание. Нужно больше инструментов, можешь выполнить мои ежедневные поручения. Помогать мне, я даю тебе резаки. Математика проста. Рейтинг. Ну, как всегда, здесь у нас уже борются наши конкуренты. Данными о тайнике я поделился и с другими командирами. Бизнес, сам понимаешь. Те, кто нанесет наибольший ущерб корпорации, разграбив их добро, я вознагражу дополнительно. Ну и магазин. Кстати, тебе я всегда готов продать нужные инструменты. А, еще, только никому, у меня припрятана пара карт доступа к секретным помещениям тайника. Уверен, ты найдешь там море интересного. Так, ну что, все награды. Тик-так, тик-так, ну ты понял, советую поторопиться, лазейка не вечна. Ну, кстати, по поводу лазейки, весь этот ивент у нас будет длиться 10 дней. Давайте понаблюдаем, что у нас здесь есть интересно. Насколько я понимаю, в Hustle Castle есть похожая штука, где вы молоточками разбиваете всякие шняги. Ну, вот здесь, вот, видимо, таким же образом это делается. Значит, смотрите, если вы приобретете карту доступа, вот сюда, давайте сразу посмотрим. В двух вариантах она у нас есть, за 900 рублей и за 1800. То дополнительно получаем вот такие штуки. Ну, по факту это у нас что идет? Это у нас идет внешний вид. Это у нас идет рентгеновские очки, чтобы посмотреть, что есть непосредственно в колбочке, да, которую мы будем разбивать перед тем, как разбивать. И есть плазменный резак. Собирайте резаки, вскрывайте контейнер на поле тайника, получаете награду. Ну, собственно, это то аналог молоточка. Так, ну и здесь, кстати, можно посмотреть, за что их можно получить сразу. Вскрывая контейнер, за победу в боях на арене, за победу в точках войн альянсов, за прохождение уровня туннелей, при получении ресурсов от друзей. Надеюсь, вы не выполняли ежедневки, потому что здесь, судя по всему, очень много вам дадут за ежедневки, а я вот, к сожалению, все выполнил. Что-то я поторопился. Ну да ладно, за победу в боях против других игроков, из ящика рейда на вокзал, за прохождение всех скоплений, за отправку ресурсов друзьям и за победу над боссами в бункере. Вот это тоже тема. Так, отлично. Что-нибудь здесь еще есть у нас? Нет, здесь больше ничего у нас нет. Ладно, давайте закроем и посмотрим, что у нас здесь есть еще дальше. Какие у нас есть задания? Задание. Посмотри видеорекламу. Ее можно смотреть, ну, насколько я понимаю, не как обычно, там, раз в два часа, а один раз в день можно посмотреть. Здесь есть потратить реагенты, пройти волны в рейде на вокзал, получи, создай чип, ну и так далее. Это уже более такая продвинутая фишка. Цели. Найди вызов технической бригады, тут и так далее, и тому подобное. В общем, друзья, много здесь всего можно полезного будет найти. По факту мы сейчас с вами, наверное, даже что-нибудь поделаем, чтобы получить. Я вам, в принципе, свою концепцию расскажу, как я обычно ее вскрываю, всякие эти ящички. Так, потратить реагенты надо нам. Давайте попробуем потратить их на что-нибудь. А, у нас нету реагентов. Ну ладно, тогда не получится. Рекламу посмотреть. Так, знаете что? Сейчас я ходил в бункер, но его еще не покинул. Давайте попробуем. Завершаем. Да. Может быть, нам что-нибудь дадут? Так. Нет, ничего не дали. Не про канал. Ладно, пусть будет так. А может быть, здесь еще что-нибудь дадут?
Так, так, так. Отлично. Ну, можно еще что-нибудь поучаствовать где-нибудь. Новых у нас здесь никаких локаций не появилось для того, чтобы мы могли получить. В принципе, можно быстренько сейчас попробовать пройти вокзал. За него должны что-то дать точно. Давайте попробую я сейчас пройти. Так, итак, мы дошли с вами до ящика, прошли вокзал. Забираем награду. Сейчас нам что-то должны дать, по идее, наверное. Вот, мы получили 4 молоточка. Отлично. Забираем здесь все у нас. Давайте посмотрим, что мы можем этими молоточками сделать. Итак, как обычно делаю я. Значит, смотрите, наша задача такая. Нам нужно пройти 10 вот таких вот полей. За каждое поле нам будет сюда одно очко начисляться. Когда мы пройдем 10 полей, нам дадут в результате вот эту штуку. Легендарное спецсредство. При получении смертельного урона хозяин спецсредства не погибает. Вместо этого его максимальное здоровье уменьшается на 33 тысячи, и он восстанавливает себе 60 тысяч здоровья. Спецсредство срабатывает до 3 раз за бой. После последнего срабатывания спецсредства боец может быть убит, и его максимальное здоровье вернется к базовым значениям. Ну, наверное, вот эти значения будут зависеть от уровня вашего, да, могут варьироваться. Для 90-100 это вот такие значения. Ну, я не знаю, можно попробовать, конечно. В любом случае, спецсредства лишним не будет, можно будет что-нибудь с ним прикольненькое сделать. И давайте попробуем постучать молотками. Ну, собственно, вам может повести буквально с первой попытки, и вы получите вот эту техническую бригаду. Может повести там, и с 20-й попытки, такое тоже бывает. Значит, смотрите, я сейчас насоберу много-много вот этих вот молоточков. Вообще, в максимуме их нужно 200. Ну, то есть, смотрите, 10 полей у нас, да, и здесь у нас 20 вот этих вот бочечек. Соответственно, 10 умножаем на 20, получается 200. Но по факту получается, что можно и с меньшим количеством добыть все, что нужно. Давайте попробуем что-нибудь сейчас сделать. Вот смотрите, раз, билетики. Давайте еще посмотрим что-нибудь. Опа, особая награда. Здесь, кстати, да, обратите внимание, что здесь есть 17 обычных наград, есть одна особая награда. То есть, если вы получили особую награду, то смело можете, ну, вызывать техническую бригаду, потому что более что-то путного здесь особо сильно вряд ли выпадет. Хотя в идеале, еще раз говорю, надо 200 штук это набрать. Давайте дальше. Вот ключик получили. И получили, кстати, с вами химикаты. Давайте мы сейчас попробуем тогда, может быть, что-нибудь здесь сделать интересненькое. Нам же нужно было 200 там что-то такое потратить. Нужно произвести его. Давайте сейчас попробуем что-нибудь замутить. Произвести. Мы все-то не потратим, но остальное мы потратим куда-нибудь еще. В конечном варианте, что нам потратить, что ли, больше некуда. Конечно, есть код. Давайте сейчас быстренько произведем. Все 9 из 9, пусть они производятся. И смотрим, что у нас здесь есть. Так, 130 еще штучек осталось. Не знаю, надо что-нибудь изготовить. Может быть, здесь что-нибудь можно создать. 135. Что же у нас? Меньше, что ли, получается? Ой-ой-ой-ой. А, у нас 130. Так, хорошо. Можно попробовать что-нибудь открыть. Какой-нибудь ящичек. Какой-нибудь ящичек. Ага. Никакой ящичек мы не откроем. Ладно, ладно. Не откроем, значит, не откроем. Хорошо, можно сходить к соседям. Вот. Я, когда чего-то не хватает, всегда хожу к соседям. Вот здесь вот, например, 28 штучек есть. Может быть, здесь где-нибудь побольше есть. Ну, вот здесь вот поинтереснее. Давайте сюда сходим.
Да, сосед оказался какой-то не очень дружелюбный, но таки в результате дал нам химикаты. Сейчас нам должно хватить. Вот, кстати, за победу над соседом нам дали еще один молоточек. Ну, так же, как и за победу на арене и везде-везде. В общем, за все активности. Ну, мы с вами смотрели, да, за что дают. Так, ну что, давайте-ка глянем с вами, куда еще потратить можно. Например, вот сюда, да? Давайте потратим. А такая штука нам не очень нужна, но нам же нужно было потратить, да, ману. В смысле, химикаты. Так, все, здесь мы забрали. Идем сюда. У нас здесь задание должно было быть как раз. Да, вот оно у нас есть. Забрать. И далее нам еще один молоточек. Пройти волны на... в рейде на вокзале. Вот, пожалуйста, еще можно второй рейд сделать на вокзал. И получим еще один молоток. В принципе, здесь не так много дают вот этих молотков. Больше вы будете получать за обычное выполнение задания. То есть вот просто сходили на соседа, дали вам вот этот вот резак плазменный там и так далее. Все, друзья, давайте мы тогда с вами сейчас сделаем следующим образом. Я подкоплю этих молоточков, специально не буду открывать их. Хотя, возможно, там премиум будет, но не знаю. Вот, и потом мы вместе с вами пооткрываем их, посмотрим, с каким шансом и как быстро они будут открываться. Так, ну тут еще есть одна интересная штука, о которой я с вами хотел поговорить в новостях. У нас в игру были добавлены три новых типа оружия для 10 и 11 уровня командного центра. Шип для класса пехотинец, дробовик для класса стрелок, биопушка для класса химик. Для каждого из этих типов добавлены соответствующие обвесы. Новые типы оружия можно получить в качестве награды в событиях в ящиках различных активностей, а также они добавлены в реестр магазина арены. Опять же, мы можем попробовать какие-нибудь ящики пооткрывать сейчас. Может быть, нам что-нибудь выпадет. Давайте рискнем. Вот, смотрите. Шип островитянин. Я так понимаю, что это типа копье. Это копье. Я вообще думал, что когда они будут добавлять вот эти вот оружия, они сделают какую-нибудь огромную пулеметную турель, либо точку пулеметную. Химикам могут дать какую-нибудь робототехнику, чтобы они могли вызывать роботов, там еще что-нибудь такое. Ну вот они вот сделали таким образом. В любом случае, ну, разработчики молодцы. Так, что у нас есть еще? Да что ж такое-то, ничего не выпадает. Так, вот дробовик выпал, ну, правда, совсем обычный. При нанесении какого-то большого количества урона вызывает неубиваемую турель. А, ну вот, в принципе, наверное, это как раз тот аналог, да, как я вам говорил, который имеет 2200 урона в секунду. Каждые 28 тысяч урон, нанесенных хозяином турели, увеличивает урон турели на 300, складывается 5 раз. Турель погибает, если погиб ее хозяин. Было бы проще, наверное, не знаю, пулеметчика сделать. Ну ладно, сделали так, так сделали. В любом случае, это полный аналог Hustle Castle. И здесь он как бы выглядит более логично, нежели там. Так, и давайте, наверное, посмотрим еще какую-нибудь вещь. Точнее, последняя у нас вещь для химика что-то должно, да, остаться. Так, ну это стандартная колба. Там был в Hustle Castle, это был гримуар, по-моему, который усиливал ваши войска некоторым образом. Ну что-то я не наблюдаю, где. Дайте уже нам что-нибудь. Гримуарчик дайте. Эй, ребятки.
Все, ничего, к сожалению, мы с вами не нашли. Единственное, что из интересного мы с вами еще могли найти. Значит, дробовик мы посмотрели. Давайте посмотрим шип еще раз, что он у нас пишет по поводу шипа. Вот оно у нас есть. Критические удары наносят тройной урон. При атаке есть шанс 3% совершить пронзающий удар, урон которого увеличен в 4 раза. Вообще прикольная тема. Надо будет потестить, посмотреть. Ну и посмотреть все-таки, что там у химиков за оружие. Потому что не удалось пока найти. Ну, если у вас уже есть такое, пишите свое мнение, понравились ли вам новые типы оружия. Я думаю, что будет норм и поразнообразнее будет, чем у нас есть. И по идее они должны были знать, что сделать. Наверное, добавить новые типы вот сюда, вот комплектов. Давайте-ка посмотрим. Так как новые типы оружия добавили, и, соответственно, сюда тоже должны были добавить. Угу. Вот у нас эти вот с гранатами, вот это что у нас такое, комплект астронавта, аномальное оружие, так это не то. Но я что-то тоже пока не вижу особо сильно, чтобы здесь что-то появилось. Копья здесь я пока не наблюдаю никакого. Ну, да, вот то, что мы с вами видели. То, что они называют шипом. Ладно, возможно, потом добавит. И еще я хотел посмотреть, может быть, что-то добавили, но они бы, наверное, написали вот сюда офицеру какие-нибудь новые специализации. Нет, новых специализаций, к сожалению, тоже нету. Друзья, вот такая вот у нас обновлялка появилась, новое оружие, да, что-то интересненькое. Ну и самое главное, появился ивент, потому что с ивентом, как я говорю, всегда играть интереснее, чем без ивента. Но мы с вами еще увидимся, еще пооткрываем эти колбочки. Всем пока-пока. Приходите еще, будет много всего интересного.